Roadbox, и это Принц Лимон, а это Аконя. И сегодня долгожданный, что вы все просили, что же вы просили, а? Вы просили ответы на ваши вопросы. Вы задавали нам вопросы в посте, который мы специально для вас создали. Мы отобрали около 30 вопросов. О май гад! И будем отвечать на них. Отвечать на них честно и стараться быстро, чтобы это видео было не Fast and Furious. Долгим. Давайте начнем с первого вопроса. Первый вопрос звучит так. У вас есть Инстаграм, у вас есть Ютуб? Да, у нас есть Инстаграм, и у нас есть Ютуб. Ссылку вы можете увидеть вот здесь, либо вот здесь, либо вот здесь, или вот здесь. Где такая же ссылка здесь вылезет? Также будет ссылка в описании, вы просто подписывайтесь, если вам это интересно. Есть Инстаграм как Art Astana, то есть наш софтбоксовский. Есть мой Инстаграм, потому что я влогерша, и есть мой Ютуб канал, потому что, опять же, я влогерша. Подписывайтесь. Так, сколько языков знает Аруна, Юра и какие? Сколько языков ты знаешь? Я знаю русский, английский. Матерный. Английский матерный. И казахский чуть-чуть. Да, и казахский чуть понимаю. Я знаю русский, казахский, английский, корейский, французский, испанский, турецкий. Короче, много языков. Но не все знают, скажем так, на уровне там, типа, разговорной речи. Некоторые из них просто знают для на начальном уровне. То есть прочитать смогу. Вот. Так, вы когда-нибудь думали о том, чтобы переехать в другую страну? Если да, то в какую? Да! Мы думали о том, чтобы переехать в другую страну. У нас была такая мысль. Мы уже даже собирались это сделать, но не сделали по иным обстоятельствам, так скажем. Да. Самые позитивные черты характера Юры. Самые позитивные черты характера Юры. О, у него юмор. Он, конечно, иногда стебется, он любит даже надо мной, так что не надо обижаться на него, если что. Вот у него такой характер, зато с ним всегда весело. Корейский юмор у меня. У него конкретно корейский юмор. Вот у него вся семья, честно говоря, у него вся семья с таким юмором, если что. Немножко... Скептики. Немножко жестковатый, но не надо воспринимать некоторые мои слова как, не знаю, оскорбление, это просто шутка и все. Да, он это не делает для того, чтобы кого-то обидеть или оскорбить. Просто у него на автомате срабатывает, знаете, мы вот что бы мы ни делали, мы кушаем, он обязательно что-нибудь ставит. Мы кино смотрим, обязательно что-нибудь. Я что-нибудь скажу, обязательно что-нибудь ставит. Я уже сижу, психую, хватит, начинаю психовать. Поэтому вы не единственный, кто психует. Самые позитивные черты характера Аруны. Самая позитивная черта Аруны — это оптимизм, потому что она всегда верит в самый наилучший исход, что все будет хорошо. И это очень хорошая черта, потому что... Юра скептик, как вы уже поняли. Нам она помогает, да. То есть нам она помогает, мне она помогает верить в лучшее. Аруна подбадривает, говорит там, не переживай там, все наладится, все будет нормально. Когда я там сильно задумываюсь о каких-нибудь проблемах и так далее. Потому что я вообще, помимо того, что я скептик, я еще этот... перфекционист и реалист, да. Для меня должно быть все идеально, причем идеально так, как я это все продумал и придумал. Иногда из-за этого я сталкиваюсь с сложностями, которые придумываю сам себе, и Аруна мне помогает с этими сложностями справляться и делать нашу жизнь проще. Вот так. Но, честно говоря, благодаря, как вы поняли, да, я позитивная, и иногда, конечно, я витаю в облаках, поэтому иногда его скептицизм и его стёб помогает мне спуститься на землю. Поэтому, скажем так, мы друг друга дополняем в этом плане. Конкретно причем. Так. Озвучивать дорамы – это ваша профессия или хобби? Ну-ка, Юра, ответь. Озвучивать дорамы – это наше хобби. На самом деле профессия у нас другая, потому что у нас есть твой творческий центр Art Astana, куда вы можете прийти, позаниматься вокалом, позаниматься музыкальными инструментами, записать какие-нибудь песни, снять клип и так далее. Озвучкой мы занимаемся для себя, ну так скажем. Для себя и для вас теперь. Дальше. Так. Перед озвучкой вы сами переводите дораму? Нет. Как вы, наверное, заметили, если не заметили, то вот сейчас... будет ставка. Студия Softbox представляет. Озвучивали Принц Лимон и Аконя. За предоставленные субтитры благодарим фан-саб-группу Cardinals. Услышали, да? Вот в этой ставке говорится: за предоставленные субтитры благодарим тот-то, тех-то. То есть эти люди предоставили нам субтитры, то есть они перевели нам. У нас потому что нету времени переводить. Мы, конечно, можем переводить, как вы знаете, мы последние эпизоды, три, наверное, да, эпизода «Продюсера 101» мы перевели. И, конечно, «Тайное послание», где Топ снимался, веб-дорама, тоже мы переводили, потому что, скажем так, были сложности с фансап-группой. Поэтому мы сами перевели. Но мы этим не занимаемся, потому что у нас нет на это время. Хотя мы так уходит очень много времени. Да. Так. Вы досматриваете серию дорамы и потом озвучиваете или сразу с первым просмотром озвучиваете? Мы озвучиваем ее сразу же, мы не пересматриваем
серию изначально, хотя когда мы только-только собирались заниматься, я говорил: Аруна, чтобы все было вот прям правильно, надо сначала просмотреть ее, чтобы быть в курсе событий. На самом деле это не так, потому что истинные эмоции, наверное, появляются именно тогда, когда ты первый раз просматриваешь, то есть первый раз удивляешься, первый раз пугаешься и так далее. Эти эмоции на самом деле и есть самые настоящие, и поэтому мы озвучиваем так же, как и смотрите вы при первом просмотре. Да. Так, бывают моменты, когда на экране разговаривают только мужчины или женщины? Каково это говорить самому собой? Если честно, ни разу я об этом не задумывался, потому что единственная мысль, когда два персонажа разговаривают между собой, два и более персонажа, допустим, мужских моих, да, в случае, я только думаю о том, как бы мне изменить интонацию, чтобы разделять, чтобы вам было понятно, вот этот голос к этому человеку, этот голос к тому человеку. То есть, соответственно, если это старичок, допустим, какой-то и молодой парень, я на старичке пытаюсь сделать более такой вот, ну, какой-нибудь... Ты, старческий, да. Ты, что, куда, да. И молодой это там. А я вот пошел. Yo, man! Так, нравится ли вам ваша работа? Могут ли фанаты вашей озвучки иметь шанс встретиться с вами лично? Смотря какую работу вы имеете в виду. Если работу, которая, на которой мы работаем, то есть наш творческий центр, то... Ну как, когда-то нравится, когда-то нет, как любая работа. Если вы имеете в виду озвучку, то она нам тоже нравится. В каких-то случаях, опять-таки, если это уже относиться как ответственно, немножко устаешь, иногда неохота вообще. Иногда вот мечтаешь о дне, два, хотя бы выходных, но это невозможно. Потому что если мы отдохнем один или два дня, допустим, сейчас, когда у нас много проектов, мы после-послезавтра офигеем просто от того, сколько у нас накопилось серий, и будем говорить, зачем мы отдыхали, нам надо было лучше озвучить тогда. А насчет шансов встретиться с нами лично? Ой, я забыл про этот вопрос. Да, вот я об этом напоминаю. Всегда есть возможность с нами встретиться лично. Многие люди нам писали, что давайте сделайте уже... Сходку. Да, какой-нибудь там фан, чего-то там, фан, короче. Фан-митинг, фан-встреча, да. Фан-митинг, фан-встреча, да. Я думаю, что мы еще до такой степени не доросли и вообще, чтобы делать какие-то фан-встречи. Но если кому-то очень хочется, без проблем. Свяжитесь с нами. Да, мы можем выбрать какой-то день, встретиться. Желательно, конечно, чтобы сразу несколько человек. Мы всегда только за. Вам нравятся те дорамы, что вы озвучиваете? Да. Сколько времени занимает озвучка одной дорамы? Одной серии в общей сложности 1.5 часа на озвучку одной серии. Расскажите, что самое трудное в озвучке драм? Наверное, это медицинские термины, которые очень сложно произносить. Вот. Но вот эти медицинские термины очень много времени уходит. С первого раза и со второго раза очень сложно их произнести. То есть мы записываем, перезаписываем без конца. И также бывает иногда, что субтитры очень быстро исчезают, когда длинный текст, и ты не успеваешь прочитать. И, соответственно, очень много времени тоже уходит для того, чтобы все это запомнить. И что, надо успеть впихнуть с такой скоростью, чтобы вам еще и понятно было. Потому что бывает иногда, допустим, очень много текста, но корейский актер, который играет, он говорит это гораздо быстрее. Тогда нам приходится, это сокращать, либо это очень-очень быстро проговаривать. Вот так. Вот это сложности, да. Как вы вообще пришли к тому, чтобы озвучивать азиатские сериалы? Кому первым пришла в голову эта идея? И сложно ли было уговорить заняться этим другого? Изначально, как вы знаете, мы снимаем, мы не только записываем с музыкой, у нас еще и с видео все связано, да, с фильмографией, все такое. И Юра хотел снять мини-сериал, типа веб-дорамы. Ну, я ему говорю, давай веб-дораму. Я не знал, что это называется веб-дорама. Я говорил, я хочу какой-нибудь маленький сериал. Я говорю, веб-дорама. И показал ему дораму, где снимается Дара, и забыла, как актера зовут, которого День Дэй главный герой. Вот, короче, Сандра Пак из 21. Юра, мы посмотрели, и Юра говорит, запутанно. Я говорю, ну вот в этом прикол веб-дорамы, что вроде запутанно, и в то же время они все быстро впихнули. Он говорит, хорошо, напиши, говорит, сценарий. Написала сценарий, Юра почитал, Юра сказал, какой он хочет, то есть он хочет, чтобы что-то с музыкой было связано. Я говорю, давай посмотрим корейский сериал, говорю, вот там, вот так и так, да, примерно так же, как вот в сценарии, который я написала. Это была дорама «Мэри, где ты была всю ночь», да, где Чан Гын Цок снимается. Юра говорит, хорошо, давай. Я говорю, вот, так и с таким-то, ну я по привычке сабами скачала. Юра говорит, нет, какие игры сабы, говорит, я буду отвлекаться, мне надо смотреть, как они снимают, как свет падает, то есть полностью вот эту картинку надо смотреть. Он говорит, скачай, говорит, с озвучкой. Я, господи, с озвучкой, я никогда с озвучкой не смотрела. Начала искать, нашла какую-то озвучку, включила. Конечно, Юра посмотрел, полностью, грубо говоря, обосрал. Он говорит, ну кто так озвучивает? Говорит, невозможно слушать, то есть неправильно передают интонации, вообще невозможно просто слушать. Были просто некоторые проблемы, когда...
хоть там и идет голос закадровый, да, русским, с русским языком, его не слышно, потому что его там перекрикивает сам корейский актер. И вот в эти моменты, я очень сильно раздражался, потому что я хотел уловить суть их разговора, при этом я хотел посмотреть на операторскую работу и вообще на все. И вот это меня отвлекало, в общем, я терял вообще все, весь смысл. Да, что-то в сценарии вообще происходит. Юра говорит, а давай-ка сами озвучить. А так как я давно хотела, я ему еще до этого говорил, Юра, кипо, давай нормально. Он говорит, фу, это говно, говорит, не буду. Я говорю, Юра, давай. И знаешь, сколько лет ты как бы так тихо что-то ныло. Но я знала, что Юре как бы не нравится, потому что он как бы не смотрел, он не понимает. А тут он как бы надо было, он посмотрел. Где-то мне понравилось, и не понравилось уже именно озвучка. И поэтому Аруна вот этот момент схватила и говорит, все, давай озвучить. Юра говорит, мы еще около месяца где-то или двух даже где-то ходили. Мы думали долго. Будем озвучивать, не будем. А может американские сериалы озвучивать? Мы сидели, думали, ну зарубежные, то есть, да, вот эти типа, нам нравится, как вы знаете, Касл и все в таком духе. Я люблю Дневники вампира, и вот, короче, думали. Юра говорит, ну ладно, выбери. Я давай сидеть, господи, какую же дураму выбрать-то. И потом мы подумали, надо, наверное, выбрать то, что вот только что закончилось, то есть на что есть сабы. Ну и вот это был клуб бывших подружек, первая наша дурама, которую мы озвучили. И так все понеслось. Поэтому как бы не скажу, что надо было прям уговаривать. Я, конечно, ныла несколько лет до этого. Думаю, ну ладно, не хочешь, как хочет. Ну как я человека заставить? А тут Юра сам заходил, сам приходил и говорит, да, давай озвучивать, пошли. Так, у вас уже вполне увесистый чемодан озвученного материала. Как насчет личного сайта? Этот вопрос уже несколько раз поднимался, и мы уже в Перископе на него отвечали. Сайт мы сделать хотим, но проблема в том, что мы хотим сделать сайт сразу очень-очень функциональный, да, там должно быть все, что, в общем, все, что нам надо. На данный момент мы узнали, это очень-очень дорогостоящий сайт, и вкладывать в него финансы сейчас, на данный момент, я не вижу большого смысла, потому что большие затраты, и вряд ли это будет окупаться. И как вы понимаете, раз сайт мы на что-то тратим, иначе мы должны это окупить. И поэтому пока это все висит так. Я надеюсь, что это будет в любом случае, когда у нас будет большее количество подписчиков, это будет. Но не сейчас, так сказать. Да. Вы же не зарабатываете на озвучке! Видимо, кто-то совсем не хочет, чтобы мы зарабатывали. На озвучке мы не зарабатываем, за исключением платных проектов, которые инициируются с самими подписчиками. Да. Изначально у нас не было даже в мыслях, чтобы озвучивать какие-то платные проекты. Хотя мы видели, что... Все озвучки это делают. Группы озвучки, да, так делают, и это как бы нормальная практика. Но потом очень много человек нам стало писать, вот мы хотим вот эту вот дораму, чтобы... была озвучка, я говорю, а мы, к сожалению, не хотим ее сейчас брать, времени нет. Они говорят, давайте напишите в пост, сделаем платный проект. Мы все скинемся. Да, я говорю, ну хорошо, давай. Поэтому на данный момент у нас два платных проекта, это «Все началось с поцелуя» и «Вирус Бетховена». Знают ли родители об озвучке и как они к этому относятся? Знают, да, наши родители знают. Моя лично мама говорит, вот, когда приедешь, говорит, Кустанай, кстати, мы из Кустанай, кто не знал, говорит, Надис, запиши мне сериал, ну, который ты понимаешь, что они мне понравятся, ну, то есть, чтобы взрослым людям понравилось. Я хорошо, мама говорит, я хочу послушать вашу озвучку. И мама тебя спрашивает, каково это, вы, наверное, устаете, там, все такое. И, конечно, наши родители в восторге от нашей озвучки, они к этому привыкли, мы творческие люди, с детства озвучиваем, то есть, занимаемся творчеством, поэтому нас всегда поддерживают. Сильно ли вас расстраивают участники группы словами об озвучке и поведением? Бывают моменты, когда нам присылают не самые лестные сообщения, и это, конечно, расстраивает. То есть не то, что нас называют просто там, типа, дураки, а говорят, давай озвучивай быстрее, или бывают случаи, когда скидывают серию с самыми, типа, вот серия, ты еще давай... Давай тупица озвучивай. Озвучивай, да, что сидишь там. В общем, это не очень приятно, это раздражает, но мы стараемся на это не обращать внимания. Довольны ли вы нашей поддержкой или отдачей? Может, есть моменты, которые особенно трепетно вспоминать? Да, мы нереально довольны тем, что вы нас поддерживаете, что вы нас понимаете, что действительно есть люди, которые понимают и не тупят. Потому что есть те, кто нас не понимают, а почему? Они даже когда Юра прикалывается, они этого не понимают, а почему? Че, серьезно, врачи не будут? А почему вы не выложите? Юра однажды подшутил и сказал, нет, не выложит. Начали, короче, люди, скажем так, грубо говоря, тупить, да, и не понимать. Поэтому мы рады, что вы нас поддержите. И большое, кстати, спасибо, что вы поддержали меня в Ютубе, когда я жаловалась на людей, которые себя некорректно, невоспитанно и тупо ведут. Поэтому вы самые лучшие, саранульки. Что для вас значит этот огромный проект Softbox?
На данный момент он является очень большим и самым главным проектом, который мы сейчас ведем. Мы не ожидали, что он будет таким большим. Очень хорошо он начал развиваться в разных направлениях. Мы придумываем много развлечений для наших подписчиков. Я надеюсь, что мы не будем на этом останавливаться. И сейчас он у нас просто на первом месте. О чем мы думаем, что мы пытаемся развить. Как повлияли на вас перемены, связанные с озвучкой и ведением группы? Ну, у нас стало мало времени, и дни проходят, не то что дни, недели, месяца просто пролетают, как со скоростью звука, и мы, ё-моё, уже лето, ё-моё, уже середина лета, и вот так мы не заметим, как уже будет сентябрь, будет на удержание, а там уже Новый год, короче говоря, вот так вот, и это слегка пугает, потому что слишком быстро время пролетает. Арон, ну если бы вы были айдолом, то с какой группой хотели бы дебютировать? 2AE1, понятно, да? Юра, если бы вы были продюсером, то какие песни вы бы сочиняли? И для каких исполнителей групп вы бы сочиняли? Очень близко мне YG, потому что все-таки директор, бывший рэпер, и я бывший рэпер, и вот это все направление хип-хоп, оно мне очень импонирует. Конечно, я вот в этом направлении бы двигался. И для каких исполнителей групп? Но... 2AE1 и тому подобных, да. Да. Как вы относитесь к тому, чтобы одевать парные вещи? Если положительно, то какие бы вещи вы хотели бы надевать? Хорошо относимся к парным вещам. Мы давно хотели что-нибудь приобрести, но у нас не хватает времени. И просто я их еще пока не видел в таком вот многообразии, чтобы было выбирать. Да, интересно, чтобы было. А вообще мы хотели бы свитшоты, кофты какие-нибудь, да, толстовки. Да, было бы интересно. Так, дальше. Как же вы познакомились? Расскажите эту чудесную историю. О боже, сколько можно рассказывать. Короче, мы знакомы с ним 200 лет через интернет, так заочно. И его тогдашние девушки, когда он еще был универе, меня отшивали. Говорит, не бегай мою парню. Я сказала, fuck you. И писала дальше, снова добавлялась. То есть они меня удаляли, я добавлялась. А в 2012 году, 25 марта, я увидела, что в общих друзьях мне вышла типа подсказка, типа, можете добавить Юрики. Я добавила и как раз загрузила свой кавер и отметила его специальное видео, типа, вот, ну ты же музыкант, думаю, посмотри. И он тоже мне написал прямо вот тут же. И все, и пошла любовь-морковь, и уже в апреле мы начали встречаться. Вот так. И поженились с этим. Так, почему принц Лимон и Акония? Потому что нас так в детстве называли. У меня была всегда кислая морда, недовольная в детстве, поэтому... По-моему, сейчас так же. Это меня назвали принц Лимон, как будто бы съел лимон. Меня папа всегда называет, папа меня до сих пор всегда называет Аконя, либо Акон-джан говорит. Так. Считаете ли вы, что корейский язык легкий? Да, я считаю, что легкий, хотя многие говорят, что нет. Что бы вы порекомендовали молодым новичкам в изучении корейского? Смотреть, слушать музыку и вообще читать. Возьмите, кстати, книжку, которую вы в детстве любили, какая-то самая любимая книжка, и найдите ее, прям вот введите и поищите на корейском языке. Кстати, на днях я нашла Гарри Поттера, все книги на корейском языке. И прочитать, то есть, чтобы вы прям наизусть знали эту книжку, прям каждую строчку. И прочитайте то же самое на корейском языке. Но перед этим, конечно, выучите алфавит и цифры. Смотрите вообще мои видеоуроки, чего я парюсь? Mm. Вот. Если вы обустроите свою личную семейную жизнь, будете ли вы продолжать озвучку? Это сложный вопрос. Возможно, будет просто меньше проектов у нас, которые мы будем вести. Либо на нас будут работать люди. Да, у нас будут другие ребята, которые будут озвучивать под нашим именем Softbox. То есть, вторая наша команда, скажем так. Так, хотели бы вы завести себе корову? Если да, то как бы вы ее назвали? Мы бы назвали корову Big Boss! И выбрали бы сбоку Big Boss, вот у нее на шерсти, чтобы все знали, что это наша корова. Да? И никто не воровал, и не доил из ее молока, своё молоко. Долго и сложно ли было обучиться техническая сторона и артистизм? Нет, мы вообще этому не учились. Мы, например, я, видите, экспрессивная, да? Юра тоже творческий человек, поэтому как бы он видит эмоции, он начинает передавать, как я уже говорила, он любит стебаться, поэтому он умеет пародировать кого-то, когда начинает прикалываться, поэтому это все окей, оки-доки. Нравится ли вам ваша работа? Успеваете ли со своими делами? Это был уже вопрос. Успеваем ли мы по своим делам? Не всегда. Зачастую, даже сегодня мне пришлось немножко выходить пораньше по своим делам. Да, я просто проснулся, встал и пошел, я даже не поел. Потому что нам впереди у нас еще озвучка, и мы сегодня снимаем уже не первое видео. В общем, времени очень мало и, честно говоря, вообще не хватает. Как планируете свое время? Почему озвучиваете именно дорамы? Потому что мы любим дорамы, и вы любите дорамы. Как планируем свое время? Никак. Проснулись, начинаем озвучивать. Все, вышла серия, пошли озвучивать. Вышла серия, мы в это время заняты. Ну ладно, чуть позже, значит, озвучим, сделаем свои дела. Вот так вот.
В каком городе вы живете? Сколько вас? Мы скоро достанем, нас двое. Считать умеете, за двое? Все. Да. Двое, человек, весь софтбокс. Все делаем вдвоем. Софтбокс? Нет, ага. Нам не добро, наверное, я софт, наверное, боксы. Бокс, бокс. Коробка. Ты не коробка, ты бокс-бокс. Понятно? Ты типа всех пинаешь по заднице, а я такая вся мягкая, добрая. Ладно. Самое любимое место к каждой вами озвученной дарами. Конец серии. Да. Когда, yes, закончилось. Вот такие вот. Бывают, конечно, серии интересные, но в любом случае зачастую у нас очень много озвучек подряд, и мы хотим быстрее все закончить, чтобы отдохнуть. И последний вопрос. Вы встречаетесь? Принц Яконе. Подними-ка свою руку. Да. Мы не просто встречаемся, мы вообще-то женаты, это мой муж. Он Ким фамилия, и я Ким, потому что я его жена. Вот. Что ж, на этом все. Закончились на этом вопросы ваши. Надеюсь, мы ответили на все, что вы хотели знать. Если будут какие-то еще вопросы, пишите, может быть, в ЛС, либо мы сделаем и создадим еще один пост. Но я думаю, что на сегодняшний день мы ответили на все вопросы, которые могут вас только интересовать. И, конечно же... Единственное, мы не показали, как мы озвучиваем, потому что, ну, тут... Они уже видели влоги, хватит, да, там уже. Тут снимать-то нечего. Да. И, конечно же, подписывайтесь на все наши каналы, в YouTube-канал на мой, к нам в группу Softbox, в Instagram, везде-везде вступайте в наш чат, смотрите, слушайте наши радиоэфиры, смотрите дорамы с нашей озвучкой, студия Softbox представляет. И все, мы вас всех любим. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делитесь с любимыми людьми нашим видео. Позитивчика, позитивчика.